Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и вы не задумывались никогда, а как выглядят ангелы? А вот так, друзья! Это игра под названием «Симулятор козлиного ангела. Часть 3». И мы с вами продолжаем заниматься всякой фигней. Вот честно, на самом деле, это и правда так. Итак, друзья, благодаря вашим подсказкам я узнал, как поцеловать кита. Оказывается, нужно поцеловать того самого кита, и это будет очень сложно. Оказалось, что Ник Рамзи или Гомзи, или как его зовут, находится в центре. Я почему-то думал, что он где-то тут, и тут его искал, а он оказывается здесь. Я узнал, что вечеринку в бассейне нужно устроить вообще в другом месте, где-то в Пригородсвилле. Также мне подсказали, что в канализации что-то очень интересное есть. Тоже она должна быть рядом где-то с Пригородсвиллем. В общем, друзья, занятий у нас и правда много, но первое, что я хочу сделать, это увеличить козлу голову. И я только сейчас додумался до того, как это можно сделать. Во-первых, сперва, что случилось? Погоди. Вон козел. Я призвал козла, и нам нужно увеличить ему голову с помощью увеличителя голов пришельческого, с помощью умника. Так, давайте вот это отключим, и мы попытаемся увеличить ему башку. Че это он... Че он испарился? Почему это не сработало? Почему только так? Я могу... Ой. Шо, шо, тяжелая башка стала, да? Стала на работе. Жесть, это я после тяжелого дня. Вот это она раздувается. Тебе как удобно? Прикиньте, зато как удобно есть. Один укус, и вся еда съедена. Зато какой мозг. Интересно, а можно до максимума довести эту голову? Давайте попробуем. Не буду я отключать. Вдруг она лопнет или что-то в этом духе. А вызванный козел, на нем это не сработало. А у нас миссия сделать козлу большую голову. Я не знаю как. Честно. Давай, увеличивайся. Подождем. Увеличение продолжается. Она уже в экран не влазит. Посмотрите, можно заглянуть ей в нос. У нее нет в носу носа. А в голове у нее язык. Она увеличивается, она продолжает увеличиваться. Пока голова увеличивалась, я подумал. Похоже, я знаю, как можно сделать голову козла огромной. Посмотрите, в инстинктах обозначено это как одежда, да, как скин или не знаю. Ну, там нарисована майка. И у нас есть штука, которая большая, ее можно одеть на голову. Сейчас попробуем это сделать, но пока идет увеличение головы. Козел переключился уже на другого человека. Это максимум, который можно было достичь, посмотрите. Она и правда громадная, хочу на нее посмотреть с другой стороны. А тело, вот оно, даже тело растет из головы. Так, чел, ты мне помешал, теперь не получается на нее переключиться, вы посмотрите на это. Жесть, мега лицо. Но оно почему-то под землей. Тебе неудобно, наверное, держать лицо свое под землей. Ты ж не страус, а ну давай вылазь, давай иди сюда, я тебя хочу познакомить. О-о-о-о, что-то с твоим лицом не так. Жесть, оно реально проваливается под землю. Ну, тяжело. Вставай. Так, теперь можно с той стороны, я думаю. Блин, да я ж не толкал тебя. Видимо, голова у нее физический объект. Это нашествие мегаголов. Куда ты улетела? Летающая голова. Она улетела. Она была с нами. Она возродилась. Она бессмертная. Я ж решила столб пожевать. Или дерево, или что это. Офигеть, друзья, это мега голова. Даже страшно как-то, не по себе. Надеюсь, она останется в мире и будет время от времени нам встречаться. Ну а мы погнали, наверное, дальше, друзья. Дойдем все-таки до той точки. Кстати, фигнюшку я так и не взял. Во! Блин, обожаю за эту игру. Друзья, я поднялся наверх, чтобы взять фигнюшку, и голова меня преследует. Офигеть. Так, ладно, что я хочу... Жесть, уже две головы? Еще одна голова? Я такой не помню. Ладно, давайте попробуем... Стой, не скользи, ладно, раз уже полетели, давай, козел, фигнюшка будет... Наша! Я нашел другой способ, друзья, взять эту фигнюшку. Она меня уже... Надоела! И еще раз... Yes! Все, фигнюшка у нас! Фух, ну что, отправляемся тогда к киту? Почему бы и нет? Попробуем, я думаю, это невозможно, но попробовать стоит. Смотрите, друзья, еще одна увеличенная башка тут бегает. Я не знаю, откуда она взялась. Я ж тебе вроде башку-то и не увеличивал.
Ты решила ее сама сделать такой? Это какие-то современные пластические операции, большие головы теперь в моде. Итак, друзья, задача такова. Мы должны спровоцировать кита, потом быстро оттуда удрать. Я не знаю, получится ли это. И потом его боднуть разок. Вон кит появляется. Давай. А, классно. Стоп, подожди. Он меня не съел. А как это сделать? Кит, ты где? Попробую отойти и потом сбоку его поцеловать. Да, вроде бы попытался боднуть, но ничего, результата не было. А если вот так? Давай, он высунется. Я вроде бы ударил в колокол. И потом в лоб его... Ага, давай. Давай, высовывайся. В лоб его прямо поцелуем. Слишком близко находились к этому киту. Слушай, это очень сложная миссия, правда? Давай. Ну, почти дотронулся. Подожди, а как? Может, лизнуть его нужно? Друзья, получилось! Это сработало! То есть не нужно было его бодать, нужно было его облизать, и правда? Только изнутри. Прям французский поцелуй получился. Ну ладно, главное, что мы справились. Дальше, сделайте голову козла огромной. Сейчас попробуем, друзья, во-первых, одеть этот скин, который я собирался одеть. Не знаю, получится ли. Где у нас умник? Подожди. Нужна голова. У нас тут была большая голова, я помню. Вот она. Это сработало? Потому что... Погоди. Козлиный замок. Подожди, задание. Инстинкты. Не про канала. Почему-то это задание отменилось. Барахло умник должно быть. А, ну у нас есть это барахло. Да, это как раз таки оно и есть. Смотрите, друзья. Вот он умник. То есть свою голову не получается сделать. Нужно именно козлиную. Ну, окей. Тогда погнали на ранчо. Я думаю, там как раз таки мы сможем найти быстро козла. Давай. И заодно, может быть, и выполним какой-нибудь еще инстинкт, который у нас там есть. Кто знает, кто знает. Так, козлиные вы головы, идите сюда. Буду вас увеличивать. О, вы говорите, не сработает. Ну давай, засчитывай уже. Мега-козел. Жесть, вот бы фермер такого увидел. А насколько огромной нужно ее сделать? Там же не написано... Ну, очень большой. Бега, козел сатаны! Жесть. Прикиньте, сколько он сможет съесть травы или дать молока. Хотя не знаю, дает он молоко, это она или он. Ну, продолжай. Да, это достаточно огромное. Это здорово, друзья. Дальше. Потанцевать с пугалом. Я так и не понял, как их оживлять. Точнее, когда-то я их оживлял. Вон пугало, стой. А как тебя сделать живым-то? Потанцуй с пугалом, ну давай. Надо найти живое пугало. Где они все бродят? Еще, смотрите, с большой головой женщина бегает. Это какое-то безумие настоящее. Друзья, я нашел импровизированную пушку. Посмотрите, мне кажется, если ударить сейчас по бочкам, я вылечу. И правда сработало. Как удобно! Ладно, хотя я хотел... О, кнопка! Офигеть, что делает кнопка? Я не знаю, я не нажимал. Появляется бутылка с газировкой какой-то? Или не обязательно? Но, тем не менее, здесь есть еще и туалет. И, чел, ты прямо хочешь в туалет? А там взрывчатка! Вот тебе... Сходи, по-большому. Ну давай. Неплохо получилось, неплохо. Жестко, но неплохо. Так, ну продолжаем, друзья, искать. Опять не, это яйцо? Ой, яйцо, это яблоко, я не буду трогать. Продолжаем искать пугал. Где-то они должны быть. О, слушайте, у нас же задание еще найти мусорника. И посмотрите, это место, я совсем не заметил, возле озера, напоминает, получается, свалку. Тут куча машин. Стоп, что? Мне показалось?
Кто-то сидит в мусорке. Чего вы там делаете? И вон еще один, башка торчит. Ну вы посмотрите, как они выглядывают. Чел. Смотри, подходишь, увеличивается. Отходишь, подходишь. Как грибы. Иди сюда. Оп. И правда, блин, это мусорник. Жесть, если бы я не выстрелил с собой из пушки, если бы я тут случайно не оказался, может быть бы никогда бы... Ой, там фигнюшка, мы бы это и не выполнили. Я все думал, какой мусорник? Мне говорили, чел, который убирает мусор. Но я думал, что вряд ли, я таких не видел. Да и таких я, собственно говоря, не видел. Так, ладно. Так, ты что, пиццу привезла сюда мусорником? Иди. Осталось, получается, на этой локации нам выполнить только, ну, как раз-таки, заставить пугало танцевать с вами. Давайте отметим это задание, попробуем где-то его отыскать. Чтобы искать пугало, нужно выглядеть как пугало, наверное. Я не знаю, у нас же скин этот есть, я совсем про него забыл. Я толком им не пользовался, но у него нет активных способностей, как у банана чела, да? Превращать людей в пугал. Может быть, если ударить по пугалу, он оживет? Он ожил? Вставай! Ну, он как тряпичная кукла, но при этом не ожил. Жаль. А вот, друзья, наконец-то тот алтарь. Я думал, он там находится, рядом с кладбищем. А он оказывается тут. Стоп, это алтарь? Это ж фигнюшки алтарь. Блин, это не тот алтарь. А вдруг сработает? Не знаю, это ж фигнюшки. Звук боли. Он издал звук боли. Но он не хочет вставать. Он притворяется. Т-поза, как тебе такое? Ну, не хочешь, да? Ладно. Оп, а тут по дороге еще одна фигнюшка. Обязательно заберем ее на вывеске. Но пока продолжаю искать. Тут они были, эти пугалы. Друзья, как вы думаете, чего я нашел? Это алтарь, я его искал, тут все никак не мог найти, но что-то как-то пугало не оживает. Оживай! Почему ты не оживаешь? Как же это грустно. Друзья, я решил не отчаиваться и продолжить поиски пугал по миру. Я искал их много где, и нашел я этих пугал вот где. Только что здесь проходило пугало. Пока я начал записывать видос, продолжение, он куда-то удрал. Наверное, куда-то сюда пошел. Давайте посмотрим. Пугало, ты ж только что был тут. Ты что, прикалываешься? Я встретил единственного пугала в жизни своей, в мире. И он куда-то удрал от меня? Мистер Пугало! Пугало, ты где? Где оно девалось? А как? Не, ну это не серьезно. Может, мне показалось? Почему банана-челы повсюду, а пугал нет нигде? Банана-чел, где ты дел всех пугал? Может, он превратил их в банана-челов, а? Как такое может быть? Они же бегали. Вот когда им не нужны были, они бегали повсюду по городу. Что за жесть? По дороге тут наткнулся еще на интересный дом, который выглядит как минимум необычно. С какими-то фанатами. И, по-моему, мы в этом доме не были. Я предлагаю заглянуть внутрь и попытаться отыскать фигнюшечку. Фигнюшка. Очень удобно, туалет прямо в доме. Бажа-мажа. Так, давай подниматься наверх. Что у нас? Закрыто, да? Не пускают. Ладно. Смотрите, что тут челы устроили. Прям батл такой лютый. О, фигнюшка. Это мы забираем. Это мы берем, конечно же. Во. Тусуются просто дико. Не хватает только пугала где-нибудь для счастья. Во. Балдеют. А еще обратил внимание на боулинг. Почему-то мы сюда раньше никогда не заглядывали. Тут женщина пытается играть, но не играет. Давай играть. Не хочет. Давайте заглянем внутрь и посмотрим, чего там внутри есть. О, сальтуха, разумеется. Крылышки. И давай, получится ли сыграть мной? Хм. А был же звук фигнюшки, я не могу понять, где она. Получится ли сыграть мной в боулинг? Вот, блин. Что-то меня не засасывает. Я думал, засосет. Меня не засасывает. Я должен быть козлом? Может быть. Давай попробуем козла взять.
Чучело-пугало ничего не дало. Ну, как бы поток ветра идет, но ничего не происходит. Давай попробуем сыграть в мяч, а, слушай. И с разгона покатили. Ну, чё-то так себе. Вот так. О, сработало, смотри. О, а вот и фигнюшка. Спасибо, спасибо, не зря заглянули. Друзья мои, наконец-то на другом конце света я нашел пугало. Посмотрите аж, где я. Жесть, не бойся, не убегай. Нет, что с тобой случилось? Тебя раздавила машина, стой, давай танцевать. Давай, танцы, танцульки, пугало, не бойся. Давай, у нас тут вечеринка. Чел, проснись. Пожалуйста, очнись. Ты последний из своего рода, я тебя нашел. Что вы делаете, сволочи? Не трогайте его, это мой пугало. Ему страшно, пугало. Давай, давай танцевать, ничего не бойся. Он меня испугался? Стой. Только не полиция, надеюсь... А, это скорая, надеюсь, меня не арестуют. Yes! Этого не может быть, друзья мои, мы это сделали. Мы просто это сделали. Это какое-то нечто, что-то невероятное. Фух, теперь мы, друзья, отправимся в центр, выполним еще одно секретное задание. Пока от инстинктов я хочу немножко, самую малость, отдохнуть. Ну, потому что это какая-то жесть. Почему это включено? Выключайся. Ладно, надеюсь, оно не будет работать, ничего притягивать. Нам нужно в центр города. Я бы даже позаимствовал машину у кого-нибудь, но... Тут, к сожалению, ни у кого машин нет. Ну, они что-то не спавнятся. Но, друзья, я это пугало, наверное, час искал. Вот чтобы не соврать, вам очень долго. Где я только не бывал. Я на машине объехал весь город. Просто смотрел по сторонам и думал, а где? А где пугало? И помните, друзья, у нас тут летает какая-то непонятная фигня. Я много... Нифига себе. Много раз на нее обращал внимание и все никак не понимал, как эту штуку вообще можно рассмотреть. Оказывается, способ есть. Мы должны забраться на эту мухобойку. Это должно быть, по идее, довольно эпично. Только как на нее забраться, это, мне кажется, будет довольно проблематично. Как считаете? Слушай, а там есть лестница. На самом деле не проблематично. Я не думал, что тут есть лестница. Так, давайте поднимемся на самый верх, и теперь мы должны ее стукнуть. Оп. Ну, она сработала. Во! Сработала, смотрите. Дезинсектор. Ой, я свалился. Погоди, я случайно. Там какая-то новая голова появилась, и 5000 заработали. Это здорово, друзья. Не знаю, как потом собирать все фигнюшки. Это, наверное, будет довольно-таки... сложно. Потому что выполнять даже инстинкты, которые более-менее понятно, как делать, сложно. А как собирать фигнюшки, которые неизвестно вообще где находятся. Но я хочу это сделать, чисто из принципа. Ну давай. Ну ты почему же у тебя получалось забираться в прошлый раз, а сейчас не получается, ладно. Ах, козел, ты такой козел, вон твои крылья, ну ты козел, ну ты реально козел. Как до нее добраться, елки-палки? Yes! Я теперь козлемуха! Я козлемуха, у меня аж целых две штуки дали. Так, а что делает козлемуха? Пассивный фигачит и дубасит народ. Трико человека-мухи, я реально козлемуха теперь. Так, фигачит и дубасит людей, давай посмотрим. Трико такое накачанное, прикольная штука получилась. Так, банана-чел, тебя я обижать не буду, ты мне родня. А, смотрите, комиксовые эти появляются вставки. Ну, забавно, забавно. Пау-пау, ну, потому что это типа какой-то человек-муха, да, или что-то в этом духе. Кауч, пауч, фау, вам, пеу. И даже, друзья, я не обратил внимания, играет такая комиксовая музыка, да? Фига себе, фига себе. Ну ладненько, давайте включим наши реактивные ботинки и попробуем все-таки отправиться по живописному маршруту на воздушном шаре. Я знаю, где находится воздушный шар, добраться до него в целом будет, наверное, несложно. Попробуем... А, спасибо, спасибо. Спасибо, игра. Спасибо, хотя я этого и не заслужил, но спасибо.
Так, воздушный шар у нас там. И параллельно будем выполнять миссию секретную с хиппи, которые сидят на деревьях. Целенаправленно я их пока никогда не искал. Пробежимся, ну, может, по дороге и соберем всех, я не знаю. Но движемся мы точно к воздушному шару, чтобы полететь на нем. Может быть, я что-то сделал не так, я не знаю. Мы просто, как бы, ну, все делали вроде так. Я в него залез, но это ничего не дало. Так, что-то я не вижу челов на деревьях. Хотя я порой даже себя не вижу толком. А, мы движемся к фабрике, да? Ты что там, кидаешься чем-то в меня что-то или что? Кто тут чем кидается, я не пойму, вы что? Попутали чего, нет? Где воздушный шар мой? Он же был здесь. А где он? Вон он. Немножко отвлекся. Короче, ни одного чела на дереве я не увидел. Хотя я не искал-то. О, аж на другой горе. Офигеть, я думал ближе. Челы на деревьях, вы где? Вы где, вы где, вы где? Тут где-то вроде один был. Я вижу чела на дереве. Я заберу тебя, чел, на дереве. Мы тебя снимем с дерева. Ну-ка, снизай. О, нифига, дерево аж выросло. Новое событие, древолюбы. Снимите этих вонючих хиппи с бедных деревьев. Так, только я не знаю, где искать их. А вон еще одного вижу. Ладно, по дороге, все по дороге. Хиппи! Хиппи! Оставь дерево в покое. Может быть, ему не хочется, чтобы ты его обнимал. Ты же у дерева не спросил мнения. Где воздушный шар? А, он прямо надо мной. Так, по-моему, тут еще где-то должны быть хиппи, нет? Либо мне всего лишь кажется. Во, чё было? Это Кротевич меня ударил. Понятно. Так, отправиться в живописное путешествие на воздушном шаре. Подозреваю, что можно сделать так. Забраться на шар, а потом ударить сюда и типа... Ребят, мы горим. Как собираетесь решать эту проблему? Нет, а серьезно, как на нем летать-то? Вот воздушный шар, он один-единственный в мире. Как? Слушай, а вообще это не в этом месте даже было задание. Может, есть какой-то другой воздушный шар? Типа, а какой еще? Ну, непонятно, друзья. И на этом мы с вами, пожалуй, пока остановимся. Надеюсь, видосик вам понравился. Наконец-то выполнили некоторые задания. Ну и пишите, как вам Козлимух. Если вам понравилось, поддержите лайками, пожалуйста, Козлимуха. Герой нуждается в поддержке народа. Пока, друзья. Берегите себя.